Первые отчеты вселили надежду на то, что Эцио Аудиторе станет идеальным кандидатом для будущих проектов Абстерго. Его харизма, сексуальная притягательность и юмор делают его отличным лидером. Впрочем, Орден Ассасинов дурно повлиял на него. Увлекшись местью, он потерял все вышеназванные качества. Часто за Эцио замечали пассивное принятие зла. Его одолевали жуткие противоречия. Он проповедовал свободу мыслей, но при этом покинул дом ради того, чтобы нести людям свое извращенное кредо, как в случае с этой китайской девушкой. Заметьте, он ведет себя по-прежнему как старый распутник. Его характер строится на демагогии. Эцио утверждает, что главное в его философии – любовь, но все проблемы он решает при помощи насилия. Как следствие, мы пришли к выводу, что развивать Эцио Аудиторе до Ференце будет рискованно.